Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я бы хотела поделиться с вами своим уловом в черную пятницу, ну, если можно, конечно, так назвать, потому что, ну, не знаю, насколько выгодны эти были покупки, но все же я их совершила, так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И вот два моих заказа. Первый — это с сайта iBody. Я вам про него уже неоднократно говорила. Он мне нравится только тем, что я сегодня заказываю, завтра мне привозят. Но это не считая только выходных. Ну и давайте посмотрим, что я здесь заказала. И я заказала то, что очень-очень давно хотела. Это марка Орфлюида. Вот такие две коробочки у меня. Значит, это марка, которую я познакомилась вот с этого магазина. Мне присылали пробник. Ну и давайте посмотрим, что я все-таки заказала. Значит, здесь маска для волос. Вот так вот она выглядит. Это у нас маска, ухаживающая маска для натуральных или окрашенных волос. Вот такая масочка. Обязательно попробую, расскажу вам, как она мне понравилась или нет. И взяла вот такой вот набор. Я бы еще с удовольствием взяла бальзам из этой линейки. Я вообще люблю пользоваться, знаете, шампунь, маска, бальзам и несмывайка одной линейки, одной марки. Но бальзамов в наличии не было, поэтому я взяла вот такой наборчик. И здесь у нас находится вот такой шампунь из этой же линейки. И вот такое, это вообще называется, по-моему, сыворотка. Сейчас я посмотрю. Да, это набор для ухода за волосами во время сна. Это шампунь бессульфатный для натуральных окрашенных волос. И также эликсир. Вот видите, здесь прямо такой ночной ритуал. Нанести на эликсир на волосы, одеть тюрбан, чтобы волосы пропитались маслами за ночь. Утром можно хорошо расчесать, уложить по желанию или вымыть голову шампунем. В общем, здесь вот этот шампунь находится и вот этот эликсир. У меня был маленький-маленький пробничек вот такого эликсира, и мне он просто безумно понравился. Я, правда, его наносила после душа, после мытья головы на кончики, и кончики просто возрождались. Вот просто супер. Но я попробую вот это все, потом вам расскажу. И хочу попробовать именно так, как советует вот производитель. То есть на ночь нанести вот этот эликсир и с утра вымыть голову. Вот такой вот замечательный тюрбанчик, как полотенчика. Вот такой черненький с пуговичкой. Очень, кстати, мягенький, очень качественный. Посмотреть состав. Ну, состав — это полиэстер стопроцентный, но все равно очень такой приятненький, в любом случае пригодится. Но вот этот эликсир у меня была, знаете, такая просто в сашеточке, такая малюсенькая, там 2 миллилитра, что ли, было. И мне очень-очень понравился. И у меня, кстати, вот это стекло. И у меня вот этот вот эликсир был где-то год тому назад, когда волосы были вообще убиты, и он их очень сильно оживил. Я знаю, еще многим девочкам нравится именно зеленая линейка. У них есть еще зеленая и красная линейка. Так вот, зеленая — это для поврежденных волос, а красная, честно, не помню для каких волос. Но так как я пробовала уже вот этот эликсир, именно желтую линеечку, то я решила ее и себе и взять. Ну, конечно, упаковки просто потрясающие. Так, ну и давайте откроем коробочку Летуаль. Я ее тут разрезала уже, но не открывала еще. Вообще коробочки вот Летуаль, вот эти вот посылочки, очень стали симпатичными. Мне очень нравится, очень миленькая такая коробочка. И сейчас я ее открою. И мне нравится, как упаковывают. Единственное, что мне не нравится в Летуале, это то, что... В общем, у меня всегда проблема с адресом. Моя улица, такая же улица есть в центре города, такая же улица есть где-то еще в разных районах, и меня постоянно путают. Я постоянно пишу в комментариях конкретно, где находится моя улица, и все равно путают. Поэтому это единственный минус, а так во всем... Ого, смотрите, как прям запаковали. Ну просто. Ого, смотрите, как классно. Так, пакетик.
О, это что это такое тут? Какая-то бумажка. Время добрых подарков. 300 рублей с покупкой будут направлены в благотворительный фонд. Вообще, кстати, люблю, когда магазины вот устраивают такие акции, всякие благотворительные фонды. Это классно, конечно. Молодцы. Так. Ну и, конечно же, никаких пробников мне, я так понимаю. А, нет, положили пробничек вот этого аромата, я так понимаю, это мужской, да? Ну да, это мужская туалетная водичка. Сейчас я ее попробую. Я на кожу не наносила, так просто понюхала. Какой-то аромат такой свежий с кислинкой. Надо будет дать мужу попробовать, может, ему понравится. Такой он, да, знаете, как свежий такой... Немножко какая-то кислинка, такой свежий, как какой-то гель для душа, в общем, похоже, очень пахнет. Но надо будет нанести мужу на кожу, попробует. И я себе заказала Айзенберг. Я очень давно хотела попробовать хоть что-то из этой марки, но меня всегда останавливала цена. И в черную пятницу цена на некоторые продукты из этой марки меня очень порадовали. Единственное, что еще компания L'Etoile отправляет мне бесплатную доставку от 6000. Поэтому мой заказ как раз таки и получился на 6891. Ну и первое, что я заказала, на то, на что я обратила внимание, и то, о чем я очень слышала много отзывов, это вот такое двухфазное средство. Уход за телом, средство увлажняющее, двухфазное для лица, тела и волос, 100 мл. Я много про него читала, на самом деле, много отзывов еще давно. И сейчас я все открою, покажу. И я могу сказать, что для волос многим девочкам не нравится, а нравится использовать именно в качестве такого, ну, как масло сыворотки для лица. Здесь 100 мл. Но я попробую на волосики тоже, потом вам расскажу. И я думаю, что мне очень сильно понравится. И это средство было со скидкой в 70%. И стоило оно 1469 рублей, да, если я не ошибаюсь. Да, вот 100 миллилитров, 1469 рублей. То есть, вот видите, какая огромная скидка. Мне это очень понравилось, поэтому я решила себе взять. И решила уж раз, я давно хотела попробовать от, марки, от этой марки, то, в общем, разошлась я. Вот так вот выглядит эта баночка. Здесь стекло. И, я так понимаю, это распылитель. В общем, видите, здесь две фазы такие. В общем, попробую, тоже вам потом расскажу. Интересно, я думала, здесь какая-нибудь инструкция будет. Но что-то ничего не вижу. Ну, кстати, да, думала, будет какая-то инструкция по применению, но что-то тут ничего нету. Ну да ладно, это я потом в интернете, если что, прочитаю. Я, кстати, где-то видела инструкцию по тому, как пользоваться. Далее, я взяла вот такой тоник. Ну, я уже говорила, я вообще, в принципе, люблю использовать одной марки, одной линейки тоник, там, допустим, сыворотку, крем. То есть, то же самое, как вот с волосами. Я не знаю, мне кажется, что именно так оно все работает лучше, ну, по крайней мере, намного лучше, мне так кажется. Я не знаю, может быть, я не права. И это у нас уход за лицом, лосьон тонизирующий для лица и кожи вокруг глаз, 150 мл. Вот так вот он выглядит. Мне понравилось именно то, что здесь можно использовать для кожи вокруг глаз. Можно просто распылять, можно наносить на ватный диск. И вот этот вот лосьончик у меня стоил, получается, 1299. Далее я взяла вот такой себе кремушек. Это у нас крем увлажняющий для лица, комфортная текстура, 50 мл. Значит, очень многие девушки в отзывах писали, что он вот так вот он выглядит, что он очень подходит в качестве дневного крема, то есть под макияж, на нем ничего не скатывается, все хорошо. Очень хорошо увлажняет кожу. Здесь, кстати, есть инструкция, что не может не радовать. Вот. И, в общем, он очень классный, комфортный. В общем, попробую и тоже обязательно вам расскажу. И стоил этот крем, вот крем 50 мл, 1799. То есть на него была скидка 50%. Это радует.
И следующий крем, на который тоже была скидка 50%, это кремушек для области вокруг глаз. Крем для контура глаз и губ 50 мл. Тоже очень много его хвалили. Вот так вот выглядит упаковка. Ну, в общем, мне очень нравится, что упаковки прозрачные, есть помпа. Я люблю, когда именно вот так вот, когда ты видишь, сколько у тебя осталось продукта. Классно. И здесь тоже есть инструкция. Так что вот такой вот у меня получился заказ на Черную пятницу. Не знаю, надеюсь, меня все средства порадуют. Но вот это средство я на самом деле много о нем читала и очень хотела его попробовать. Но вот еще раз повторюсь, девочки говорят, что на волосы он не очень хорошо действует. Но не знаю, я попробую на волосы нанести и на лицо тоже. Тюрбанчик новенький и, конечно же, уход волосами. В общем, буду хорошеть прям с каждым днем теперь. Вот такие у меня были покупки, но для меня достаточно большие, крупные. По крайней мере, все то, что я очень сильно хотела уже очень давно. Марку Айзенберг я хотела попробовать, ну, наверное, года два. И меня все время останавливала цена на эти продукты. Особенности я хотела, кстати, попробовать вот это двухфазное средство, потому что читала про него очень такие хвалебные отзывы. И, как я уже говорила, девочки в основном используют его на лицо, что, наверное, скорее всего, я тоже буду делать. Вообще, мое отношение к Черной пятнице на самом деле такое, ну, не очень, потому что мне кажется, что все те скидки, которые дают в Черную пятницу, их дают еще и в другие распродажные дни, если можно так сказать. Если я ошибаюсь в этом, обязательно напишите мне внизу в комментариях и напишите, как вы вообще относитесь к Черной пятнице. Приобретаете ли вы что-то и какие у вас были, не знаю, может быть, выгодные покупки. Меня смотрят, я знаю, не только из России, но и из других стран. Напишите, как у вас проходила Черная пятница. Мне на самом деле очень-очень интересно. Я знаю, что только в Америке действительно выгодно приобретать что-то в Черную пятницу. И когда была первая такая волна, скажем так, этих Черных пятниц, я на самом деле прям готовилась очень сильно. Думала, что мне взять. Потом там время наступило. Я давай там заказывать, все были сайты перегружены, помню, у меня такой был ажиотаж прямо, но по факту получилось ничего особо выгодного я не приобрела тогда, поэтому в эту пятницу и, кстати, предыдущий год я как-то более-менее спокойно к этому отнеслась, но все равно не смогла удержаться, особенно когда увидела скидку 70% на вот это двухфазное средство от Айзенберг. Ну и подумала, гулять-то гулять, надо еще и приобрести то средство, которое очень хотела для волос. А вообще, что касается других сайтов, например, таких как Фармакосметика или La Moda, вот они предоставляют те скидки, которые у них можно найти достаточно часто. Вот, например, 5 марок, которые мне когда-то рекомендовал косметолог для лица, я имею в виду, это профессиональные марки. Это марка Кристина, Янсен, Холли Лэнд, Джиджи и Клэп. Я попробовала все эти марки, кроме марки Клэп. На них скидки абсолютно такие же были в эту Черную пятницу, как и в любые другие распродажные дни. Вы знаете, что сайт Фармакосметика, он делает еще такие вот там день марки, например, какой-то, да, там чаще, конечно, туда попадают аптечные марки, то есть вот в эти дни там La Roche-Posay, например, Avène или какие-то другие. Но и бывает также и на Holy Land, на Джиджи и на Клэп. Вот я смотрела марку Клэп, так как очень хочу ее тоже попробовать, что на нем была скидка где-то около 30, по-моему, процентов, и то выборочно на какие-то продукты. В принципе, такая скидка была еще в какой-то там день, и я думаю, к Новому году или в январские праздники тоже будет такая же скидка, поэтому, ну, как-то да. На, кстати, Holy Land Фармакосметика всегда дает 20-25%. 25% это максимально, что я видела на этом сайте, поэтому и в Черную пятницу тоже, по-моему, на Holy Land вообще 20% всего давали, поэтому я как-то немного разочарована. По поводу повышения цен к Черной пятнице я такого не замечала, честно признаюсь. Возможно, просто в каких-то других
там бытовых каких-то, да, в какой-то технике там или еще что-то. Да, может быть, и есть, но такие вещи я, честно, не отслеживаю, я больше как-то по косметике. А что же касается, например, LaModa, вот буквально сегодня мне пришла смс-ка, то, что на LaModa скидки на зимнюю коллекцию до 70% плюс 50%. Очень интересная, конечно, скидка, да, то есть вам еще компания LaModa должна, окажется, да, но я посмотрела, там на самом деле нет такого, что вы там что-то приобрели со скидкой 90%, 70% это максимум, и то на какие-то выборочные старые коллекции, не знаю, что-то такое. На сегмент премиум, например, у LaModa тоже нету особо никаких скидок, и в Черную пятницу их не было, и ну как-то так, поэтому все остальное, ну, я спокойно отношусь к Черной пятнице, но хотелось бы узнать, как дела обстояли в Черную пятницу именно у вас. Может быть, вы что-то приобрели интересное, может быть, какую-то бытовую технику для дома. Я, кстати, очень мечтаю о хлебопечке. Честно признаюсь, это вот прям моя мечта, но как-то мне жалко на нее все время денег. И я все время думаю, ну, у меня же дома все худеют, и думаю, ну как вот, я еще тут хлебопечь сейчас куплю. Поэтому у меня эта покупка все откладывается, откладывается. Но я думаю, что в январе еще будут скидки, еще когда-нибудь, там в мае устраивают скидки. Так что я думаю, что я еще успею. Вот. Ну, а что касается продуктов, которые я приобрела, я все, конечно же, попробую и потом вам обязательно расскажу. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться, кто еще не подписан, нажимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии. Я их все с удовольствием читаю, всех люблю, целую и до новых встреч!